В воскресенье 12 декабря в Новосибирске автомобиль упал с Октябрьского моста, инцидент попал на видеорегистратор. На кадрах видно, как белый седан ехал по Октябрьскому мосту в сторону правого берега. В какой-то момент водитель не поделил дорогу с универсалом, который ехал справа. В итоге после столкновения седан вылетел с Октябрьского моста в сторону строительства нового ЛДС. Как отметили очевидцы, никто серьезных травм в ДТП не получил. Озвучено Яндекс.Спичкит. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.